Добрый день. Спасибо, что обратились к нам. Примите к сведению, что все наши диалоги проходят по специальному, максимально выверенному алгоритму. Пожалуйста, постарайтесь не отклоняться от него. Здравствуйте, меня зовут Максим. Спасибо, что обратились к нам. Чем могу быть вам полезен? Добрый день. Я хочу купить холодильник. Секунду, пожалуйста. Подскажите, какой тип холодильника интересует? Перечисляю. Двухкамерный, многодверный, однокамерный, с верхней морозильной камерой, с нижней морозильной камерой, сайд-бай-сайд, встраиваемый или, может, винный шкаф? С нижней морозильной. Итак, дальше. Какая высота? Меньше 160 сантиметров, от 160 до 180 сантиметров или, может, больше 180 сантиметров? Отлично. Следующий вопрос. Сколько котов у вас живет? Один. Подождите, какая разница? Так, не отвлекаемся. Я следую инструкции. Подскажите, пожалуйста, ваш размер обуви. 42. Мясо какой прожарки вы любите? Medium rare, medium, medium well. Послушайте, я не знаю. Мне кажется, я уже начинаю ненавидеть момент, когда я вам позвонил. Ненависть? Отлично. Секунду, пожалуйста. Подскажите, какой тип ненависти вы испытываете прямо сейчас? Это умеренная ненависть, или же полная ненависть, или же... Приприятнейшего денечка. Безусловно, обратиться к нам, просто гениальная идея. Наши операторы не работают по скриптам, только самобытное общение. Вечер в хату. Это шутка, чем могу помочь? Здрасте. Очень смешно, но я хочу купить холодильник. Холодильник? А я недавно себе купила холодильник. Такой хороший, представляете? Хорошо, что вы попали именно на меня. Я вам сейчас все расскажу. Вот у меня такой бежевый, а внутри много полочек. А еще вот у моей бабушки тоже новый холодильник. Но он поменьше, но там есть магнитики. Класс. Так что с холодильником? Да-да, конечно. Я же к этому и веду. А у меня бежевый. А вам какой вот больше нравится? Мне синий нужен. Синий? Конечно. Вот я так и думала. Он такой красивый. У вас отменный вкус. Кстати, про синий же есть песня. Хотите, спою? Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руках бикини. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Вы не поверите, но я хочу купить холодильник. С радостью вам помогу. Подскажите, пожалуйста, определились с моделью или нужна помощь? Хорошо, что вы спросили. Определился. Подскажите, пожалуйста, модель, сейчас все оформим. Спасибо, 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 вы самый лучший оператор. Здесь, наверное, нужно заметить, что это не совсем моя заслуга. Так уж у нас заведено. Во-первых, мы очень тщательно отбираем соискателей на работу. Дальше этап обучения и тестирования. Боевое крещение под опекой самого опытного специалиста. Всевозможная поддержка при появлении сложных вопросов и ситуаций. Достойная заработная плата и соответствующая оценка руководства. Отличный коллектив, с которым работа становится веселей. И клиенты это чувствуют. Современная система мотивации, а также наличие свободного времени для отдыха на работе и за ее пределами. Все это позволяет раскрыть себя в полной мере, расти и развиваться. А впрочем, вряд ли клиента эта история заинтересует. Готово, заказ оформлен, ваш холодильник будет доставлен завтра. Спасибо большое еще раз, вы мне очень помогли.